В заключение мы можем подвести следующие выводы. История создания видеолекций начинается с появления кинематографии. Включает в себя многочисленные примеры, которые актуальны и в наше время, и мы можем их применять. Главным в процессе создания видеолекций является владение своим предметом и умение его грамотно изложить. Передовой опыт создания видеолекций дает основание полагать о том, что наши сотрудники также могут создавать собственные учебные фильмы и с успехом их применять в учебном процессе, не прилагая значительных усилий и ресурсов. В нашем ВУЗе имеются все основные условия по созданию видеолекций в образовательном процессе. Вопросы, связанные с мотивацией сотрудников, нами детально не рассматривались. Но, вероятно, этот вопрос требует дальнейшего обсуждения, которое выходит за рамки этого занятия, и мы можем его продолжить дальше. Теперь вы готовы перейти к следующей лекции «Технологии создания видеолекций по предмету». В этой лекции вы не только практически освоите весь процесс создания видеолекций, но и ознакомитесь с моей практикой проведения лекций в режиме самозаписи, то есть записи реальных занятий по различным учебным дисциплинам ВПО без привлечения помощников. Спасибо за внимание, жду ваших отзывов на форуме этого курса.